Живое дыхание природы, омытый только что прошедшим дождем, влажный воздух, напоенный ароматами трав, луговых цветов, зелени деревьев, движение облаков, игра света и тени. Это многообразное и сложное состояние замечательно передано в картине, которую художник назвал «Мокрый луг». Здесь, быть может, впервые в русской пейзажной живописи так просто и убедительно передано ощущение простора и неброской красоты равнинного русского пейзажа. Изображая мягкий рельеф чуть схламленной местности с небольшими ложбинами, озерками, вольно растущими деревьями, художник уводит наш взгляд в глубину картины, приглашая вместе с ним увидеть еще более обширное, чем земное, пространство неба. Оно движется, дышит, живет. Уходит к дальнему лесу тяжелая дождевая туча. Тень от нее еще лежит на земле. Но вот уже где-то слева еще невидимые солнечные лучи осветили теплым золотистым цветом гряды легких облаков, заиграли на поверхности воды, на листьях лопушков, на травах и земле. В летние месяцы 1871 года в Хотени, куда художнику срочно пришлось уехать из Петербурга и где он с нетерпением ожидал условленного приезда Крамского, Васильев делал множество рисунков. Это были по большей части изображения заболоченных речных берегов с низко склоненными ракитами, широких луговин с вольно растущими деревьями. Все эти наброски уже в Крыму стали мощным толчком к потоку воспоминаний об оставленных местах. Васильеву неудержимо хотелось не только воспроизвести на холсте стоявший перед его мысленным взором вид дышащей влагой равнины, но главное – выразить волновавшие его чувства, живые и искренние. Тоньше всех почувствовал картину Крамской. Тщательно разбирая все ее достоинства и недостатки, так важно было Васильеву услышать мнение художника. Крамской писал: «Но что даже из ряду вон, это свет на первом плане. Просто страшно. И потом, это деликатность и удивительная оконченность. Что нужно непременно удержать в будущих ваших работах? Это окончательность, которая без сухости дает возможность не только узнавать предмет безошибочно, но и наслаждаться красотой предмета. Эти качества, окончательность без сухости и живописно-мелодическая выразительность навсегда остались присущими лучшим пейзажам Васильева».